5 августа компания Solar Group открыла офис в Эквадоре, в городе Кито. Наши ведущие партнеры в регионе давно планировали это событие. В Эквадоре проект двигателей Дуйнова развивается стремительно. Сейчас там проходит одно мероприятие за другим. Например, совсем недавно, в июле, на горном озере Сан-Пабло, делегация Solar Group протестировала лодку на Славянке. А в июне состоялась первая офлайн-конференция Solar Group в Эквадоре, ряд запланированных встреч и другие мероприятия. Для участников проекта в этой стране открытие офиса играет важную роль. Людям было необходимо знакомиться с технологией и документацией проекта не только онлайн. И теперь такая возможность есть. В офисе всем доступны кит для электротранспорта и лодочный мотор на Славянке, патенты и вся документация для изучения, в том числе об испытаниях технологии, а также информационные буклеты. Во время открытия Павел Филиппов в онлайн-режиме провел розыгрыш 3 инвестиционных пакетов по $100. Мероприятие собрало более 50 гостей. Гости особенно порадовались дизайну и оформлению офиса. Здесь явно энергичная атмосфера. Можно сказать, офис заряжает уверенностью в будущих светлых перспективах. Самое главное – это задачи, которые офис будет решать. Здесь будут проходить индивидуальные и групповые встречи, презентации для инвесторов и партнеров страны, а также тех, кто только планирует участвовать в проекте. В офисе будет работать школа партнеров по инициативе Марты Криспин Кальдерон, ведущего партнера Solar Group в Эквадоре. Благодаря открытию офиса, любой человек в Эквадоре, кто заинтересован инвестировать в проект или развивать партнерский бизнес, сможет получить консультацию, пройти обучение и даже повысить свою квалификацию, что, безусловно, способствует наиболее эффективному развитию и продвижению проекта в регионе. Пожелаем нашим коллегам в Эквадоре успешного достижения этих целей.